Ну все, погнали. Да. Вот, кстати, что мы говорили про математику. Вот эти пацаны, которых мы сегодня будем слушать, они гениальные математики. Это очень хорошо. Это Давай, очень хорошо. погнали. Давай. Закончу две строчки параллел Кристалла. Да. В 2018 году порадовал слушателей релизом Lil Crystal. В марте 2019 года совместно с Off Me выпустил альбом под названием Брат 3. В том же 2019 выпустил сольный релиз No Label, о котором мы очень много говорим, и который я, к своему стыду, еще не слушал. Вот, помимо исполнительской деятельности, Lil Crystal работает как гострайтер и пишет песни популярным и молодым исполнителям. Совершил тур по СНГ и регулярно выступает в Лондоне. Lil Crystal вместе с Платиной, Октябрем, Магнум Опусом и Диджей Клером входит в объединение R&B Клуб. Ребята занимаются организацией концертов, продвижением проектов. Все, я готов. Блин, ты реально не слушал эти песни, я тебе завидую. Бро, да, и это очень хорошо, с одной стороны, да, Я тебе но... завидую. Ой, первые ноты меня уже бросают в такую ностальгию классную. Вот, у нас есть клип, да, у нас есть клип, ребят. И начнем мы, пожалуй, с клипа, да. Я готов, если что. Я тоже. Ты готов? Да. 3, 2, 1, поехали. Lil Crystal, Air Force 1. Цвета капусты. В школе было очень скучно, и я трепил, суки. Мне кричали, ты больной, тебе надо в душ. Но теперь лежит лимон, моя Луис сумка. Опай трип, эй, Криси сделал флип. На мне два брикета, прыгнул в ее джип. Хочешь быть как Кайли Дженнер, береги мозги. Криси любит только сучек, что мне дарит ты. Я закинул перегресс, и пусть как зверь. Пока ты ходил, теперь хожу в Шанель. Правда. Ты плохая, сука, тело будто ты отлет. Шутера все в Гуччи, змей на кросс зашипел. Пять сука, ты стяни мой трип, ей. Эй, кран сломался, затопил соседа, ей. Ей, много денег, мало времени, ей. Сука твоя ко мне мчит на победе, ей. Она лежит палку, будто это эскимо. Лезет мой DM, забери у суки айфон. Дабл М на куртке, это значит что-то, бро. Клок мой хочет воздух, мы проветриваем блок. Off-white Air Force, цвета капусты. В школе было очень скучно, и я трепил, суки. Мне кричали, ты больной, тебе надо в дурку. Но теперь лежит лимон, моя Луис сумка. Опай трип, эй, Криси сделал флип. На мне два брикета, прыгнул в ее джип. Хочешь быть как Кайли Дженнер, береги мозги. Криси любит только сучек, что мне дарит ты. Респект сразу. Мясо, мясо. Да, респект. Бля, какая пара сложная. Я готов. Бля, припевка. Хук, конечно, ёбнутый в этом треке. Платина бандана. 3, 2, 1. Поехали. Сладкий дым, и я в тумане, хоу. Это сука за них, хоу. Я вчера был занят, хоу. Я вчера был далеко. Пахнешь как Шанель Коко. Любишь этот запах, хоу. Любишь как пахнет Коко. Чуть-чуть другой вайп. Любишь, как пахнет коко. Хочешь быть со мной, йоу. Курим же, сука, мы ролим Джо. Модная шалава, блядь. На башке банан, да. Куча Луи Прад, Прад. Черный бенз не лад, лад. Торкает как надо, надо. Торкает как сука, сука. Она жжет до бар, бар. Курит она шута, ура. Модная шалава, блядь. На башке банан, да. Куча Луи Прад, Прад. Черный бенз не лад. Мажит, мажит, мажит меня это дзенни. Грязь, мы на блоке. Слушаем этот веник. Слушай, ролит банты, курит, сука, много денег. Деньги, деньги. Она меня хочет, я постой пиздельник. Она хочет этот клик, хочет этот стиль. Стиль, да. Выдыхаю дым, вечно молодым. Молодым, вечно молодым. Выдыхаю дым. Курю это газ, и я пью бензин. Модная шалава, блядь. На башке банан, да. Куча Луи Прад, Прад. Черный бенз не лад, лад. Торгает как надо, надо.
на шуток. Ура! Модная шалава, блять, на башке банан. Да, Gucci, Louis Prada, Prada. Черный бенз не лада, лада. Торгает как надо, надо. Торгает как сука, сука. Она жжет до бара, бара. Курит она шуток. Ура! Ура! Я могу рассказать кое-чего. Могу рассказать? Ну, давай. Во-первых, трек Air Force 1 это топ-2 на Spotify, YouTube, Яндекс.Музыка. Топ-3 ВКонтакте, топ-6 на Дженюсе. Это трек, который входит вот в эти топы и который предложили вы, наши зрители. Это трек октября 2019 года. Трек платины Бандана. Июнь 18-го. Топ-2 на Spotify, на YouTube, топ-1 ВКонтакте и на Дженюсе. Топ-5 на Яндекс.Музыке. Вот. Я могу начать сам быстренько сказать душнину. Чтобы, ну, ты примерно понимал, типа, как это все выглядит, эта вся вот херня у нас происходящая. Ну, я думаю, ты уже прекрасно все понял, да, но на всякий случай. Смотри, что я считаю. Я считаю, что вайб, создаваемый хуками, создаваемый отличным чутьем бита этими ребятами, он пиздатый. Потому что они чувствуют музыку очень круто. И они способны, технически, они способны выдавать пиздатейший хук. И это очень страшно вайбит. Но когда начинаются куплеты... у меня происходит определенный блок восприятия этого вайба, потому что я считаю, что технически куплеты исполнены слабовато. Наименее слабовато исполнено у Кристалла, и для меня более разъебочный трек в целом получился для Кристалла. Я постараюсь всегда говорить вкратце, чтобы не душнить. Слушай тебя внимательно. Слушай, по вайбу выиграл для меня однозначно Кристалл в этой паре. Потому что, ну, типа, опять же, да, мои критерии. Вот под Кристалла пиздец просто хуярит меня. Вот хуярит. Не буду это подкреплять какими-то, потому что там у него рифмы лучше или у него мелодия лучше. Нет, просто меня вот тело танцует. Вайбит он, вайбит пиздец. Да, вайбит пиздец. Вот, классно, что в обоих клипах, в клипе Платины был Кристалл, в клипе Кристалла был Платина. Не знаю, заметил ты или нет. Нет, не заметил. Ну, вообще, ребята, пиздец, охуенные. И мне очень нравится, как они двигаются. И то, что вот ты упоминал, что ничего не известно, не дают интервью. Это не специально. Они реально вот такие теневые игроки. Вот, и это очень интересно за ними наблюдать. Вот, но в этой паре однозначно для меня Кристалл, потому что, ну, просто меня разъебывает. Вот. У Платины есть намного сильнее треки, чем этот. Отдельный респект «Октябрь» за видос. Платины это искусство. Это искусство. Вот. Но конкретно по вайбу, по треку, для меня Кристалл здесь. Он меня разъебал. Согласен. Я с тобой согласен. Я тоже отдаю здесь за Кристалла. Вот. Поэтому мой голос уходит за Кристалла. Голос нашего гостя уходит также за Кристалла.